Участники одного из трех главных поединков. Дуэль взглядов Мануэля Чара и Майриса Брэдиса запомнилась более других. Так, пожалуйста. Ушел. И от того, и от другого. Ушел, просит из угла повторить комбинацию. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Ничего себе! Глухой нокаут! Просто! Вот это да! Какой апперкот вылетел! Ой-ой-ой! Вот это да! Вот это завтра будет во всей... Вот это, конечно, будет просто везде! Он как подрубленный упал! Фантастика! Фантастика! Это, конечно, круто! Брэдис исполнил в концовке раунда. Латышского спортсмена, да, с номером. И вот так, бам-бам. Апперкот. Раз попал, и левый сбоку. Уже до кучи, что называется, апперкот. Апперкот. Уж посмотрите. Отлично. И уехал. Бум. Глухой нокаут. Раз, все. Да. Второй же по телу до кучи, это что впечатляет, называется. Это впечатляет, это друзья. Супер. Это возвращает веру в бокс. Это мои искренние поздравления тренерскому составу. Все очень и четко, запись очень в рекорд. Красиво. Мануэль Чар КО. Друзья, это... Пятый... Как попал, какой это красавец. 17-й бой в карьере. 17-й. То есть по меркам профессионального бокса это не сказать, что сильно много. Это, в общем-то, еще...